Новости пятницы на телеканале Котлас ТВ. Вас приветствую я, Денис Дворяшин. Здравствуйте. В этом выпуске. Котласское сообщество казаков тесно взаимодействует с правоохранительными органами и образовательными учреждениями. Цель – охрана правопорядка и военно-патриотическое воспитание молодежи. Они вносят неоценимый вклад в развитие личности, приобщают к творчеству, красоте и духовности. 25 марта работники культуры отмечают свой профессиональный праздник. 4 проекта на общую сумму 100 тысяч рублей. Какие учреждения культуры получат финансирование в этом году на реализацию новых идей? В городской администрации прошла телеконференция с Советом по делам казачества при губернаторе Архангельской области. Цель – организовать правильное взаимодействие казаков с силовыми структурами и образовательными учреждениями города. Губернатор Архангельской области перед вами. Хочу поприветствовать всех, кто впервые принимает участие в нашем заседании. Желаю дальнейшем плодотворной работы. На конференции, которая проходила в рамках закона о государственной службе казачества, присутствовали представители Котласского отдельского казачьего сообщества, Северный отдел, администрация города и полиция. Обсуждались такие вопросы, как взаимодействие казачьих сообществ с правоохранительными органами и учебными заведениями, а также планы работ на 2017 год. По словам руководителя казачьего сообщества Олега Мелькова, два основных направления, по которым казаки работают в Котласе, это народные дружины и патриотическое воспитание молодежи. Только за 2016 год котласские дружины вышли в патруль 407 раз и помогли раскрыть 160 административных правонарушений. Помимо дружин в Котласе существуют три казачьи кадетские группы, где дети занимаются рукопашным боем, пауэрлифтингом, стрельбой, а также участвуют в различных мероприятиях военно-патриотической направленности. В этих группах занимаются около 100 детей и подростков. Они вносят неоценимый вклад в развитие личности, приобщают к творчеству, красоте и духовности. 25 марта работники культуры отмечают свой профессиональный праздник. То, что посещаемость учреждений культуры сегодня растет, это неоспоримый факт и верное доказательство того, что работники культуры – значимое звено в жизни современного общества. Они заняты в различных сферах деятельности – танцы, театры, кинематограф, библиотеки. И все относятся к работникам культуры. Они творческие и амбициозные люди, могут скрасить любое событие и пробудить в зрителе самые глубокие духовные чувства. Профессия наша уникальная и особенная. В нашей профессии не задерживаются люди педанты, сухие, некоммуникабельные. Поэтому я хочу вам пожелать творчества, интересных, ярких идей. Татьяна Печенкина проработала в сфере культуры 34 года, причем в одном и том же учреждении – в Вычегодском доме культуры. Без творчества не может прожить и дня. В сфере культуры задействована не только она, а вся ее семья. Да вы знаете, культура, вот вообще для меня культура – это все. Это моя жизнь. У нас каждый день праздник. У нас жизнь вся праздник. Еще один почетный деятель культуры – звукорежиссер Виктор Казанцев. За микшерным пультом он сидит 44 года, настраивает звук и звуковое оборудование. С его участием проходит большинство городских мероприятий. В целом, культурная жизнь Котласа довольно активно развивается и даже занимает первые строчки в рейтинговых списках. Была проведена независимая оценка качества предоставления муниципальных услуг учреждениями культуры Архангельской области. Проводил исследование Центр изучения общественного мнения город Архангельск. И по оценке, по рейтингу наше учреждение занимает очень высокие, достаточно высокие места. Поэтому это говорит о том, что наши люди работают очень творчески, с энтузиазмом. Это профессионалы своего дела. Из 90 учреждений культуры области Котласский дворец культуры на 14-й позиции. Центральная библиотечная система на 8-м месте из 24 библиотек. Котласский драмтеатр и краеведческий музей и вовсе признаны лучшими в Архангельской области. Приятная новость ко дню работников культуры. 4 социальных проекта получат гранты на общую сумму 100 тысяч рублей. Накануне в городской администрации состоялось заседание комиссии по распределению муниципальных средств в рамках программы «Котлас культурный». В конкурсе проектов приняли участие 6 учреждений культуры. Котласский Вычегодский ДК, Центр народного творчества, Краеведческий музей, Клуб «Октябрь» и Лиминская библиотека. Руководители проектов защищали свои наработки перед конкурсной комиссией, в которую вошли представители администрации, собрания депутатов, Совета ветеранов, предприниматели, работники культуры и средств массовой информации. Работы конкурсантов они оценивали по 6 критериям. Соответствие приоритетным направлениям, актуальность, реалистичность, обоснованность, социальная и экономическая эффективность.
выиграть. В результате первое место и грант в размере запрашиваемой суммы, а это 31 800 рублей, получил проект Центра народного творчества «Пятый угол». Его представила специалист учреждения Любовь Кузнецова, известная котлашанам как «Царица Клюква». Во многом благодаря ее стараниям в городе появился музей «Северной ягоды» и кладовая вкусных сказок. Оба проекта пользуются невероятной популярностью горожан и туристов. Теперь, благодаря выигранному гранту, Любовь Кузнецова создаст на базе ЦНТ кукольный театр. Мы решили создать его как театр народного творчества и традиционных промыслов. Например, выступая вдвоем, мы могли 12 персонажей озвучить и вывести, показать. Поэтому театр как-то там показался очень интересным. Ну и, конечно, работа с мастерами, мастер-классы и изучение этнографического материала. Второе место и грант в размере 35 тысяч рублей на 5 тысяч меньше запрашиваемой суммы получил Котласский ДК и их проект «Мотомузей». Средства нужны для того, чтобы модернизировать помещение, в котором стоят ретро-экспонаты, осовременить его и придать более авангардный стиль. Силами Котласского дворца культуры проведена полностью вся замена электроэнергии и световое оборудование, все сделано, и минимальные какие-то вот косметические ремонтные моменты, которые, в общем-то, конечно, на данный момент недостаточны. А если говорить о возможностях интерактива вот в данном помещении, то помещение вообще сделано в стилистике гаража и планируется развитие именно в этом направлении, потому что гараж, это опять же возвращаемся мы к тому, что это ремонтные какие-то работы своими руками, своими силами, да, какие-то пассивные работы, которые могут выполнить даже подростки. Еще два учреждения культуры, которые были поддержаны комиссией, получили гранты на развитие своих проектов. Это краеведческий музей и их идея с сопроводительными листами для неорганизованных туристов. Сумма гранта 19 200 рублей. И Лиминская библиотека с проектом «Остров свободного времени», направленный на организацию детского досуга. Здесь грант составил 14 000 рублей. Акробатические прыжки или паркур на сене. Жители Котласского района прислали в рубрику «Мобильный репортер» видео о том, как они развлекаются на деревенских просторах. Если у вас есть интересные видео или фотографии, присылайте ВКонтакте в группу «Мобильный репортер Котласа». Ссылка указана на экране. 29 апреля в Котласском дворце культуры состоится 4-й городской фестиваль «Мини-Мисс Котлас-2017». Участницы – самые юные красавицы города. В этом году организаторы вновь набирают участниц в конкурс по двум возрастным категориям – «Маленькая леди» от 7 до 9 лет и «Топ-модель» от 10 до 12 лет. Сегодня в списке претенденток на звание «Мини-Мисс Котлас» 5 юных красавиц – Ксения Пирог, Милана Майборода, Софья Кузнецова, Карина Старцева и Аня Бушманова. Он будет проходить по аналогу с прошлым годом. Единственное изменение, что участницы будут проходить не только по подиуму, но каждое дефиле будет представлено как концертный номер. Участницам, прошедшим финал, предстоит дефиле в стиле фэшн-тревел в спортивной одежде и нарядном вечернем платье. Будет семейная презентация и домашнее задание. Ну и, конечно, юные красавицы продемонстрируют свои таланты. По словам организаторов фестиваля, они не ставят перед собой задачу сделать из девочек моделей. «Мини-Мисс Котлас» – это возможность более уверенно чувствовать себя перед публикой и приобрести полезные навыки, такие как артистизм, чувство стиля, умение вести себя перед фото- и видеокамерами. Фестиваль «Мини-Мисс Котлас» – это особенное мероприятие, где нет проигравших. Победительницей в одной из номинаций станет каждая участница шоу. Если вы считаете, что ваша малышка настоящая мини-мисс, то заполните заявку на участие в конкурсе. Заявки можно подать в группе ВКонтакте, либо прийти к нам в Котласский дворец культуры. Внимание! Количество заявок ограничено.
Заявки на участие в фестивале принимаются до 1 апреля. Узнать всю полезную информацию о конкурсе «Мини-мисс Котлас 2017» можно по телефону организатора шоу Вероники Симоновой. Ее номер сейчас на экране. Прямо сейчас вы увидите новый проект телеканала Котлас ТВ «Городские легенды». Желаю приятного просмотра. До встречи! Сейчас в Котласе это одна из главных улиц, а когда-то это была взлетная полоса. История развития авиации в нашем городе – это история взлетов и падений, блестящих достижений и горьких потерь. И людей. Людей, у которых были крылья. В начале 30-х под аэропорт отведена взлетно-посадочная полоса, одна деревянная изба и несколько сараев под склады и мастерские. Воздушную линию Архангельск, Двинской Березник, Котлас, Усть-Сысольск обслуживают 6 самолетов. К нам летают работяги К-5, По-2, Р-5. И то только зимой. В годы Великой Отечественной войны взлетную полосу удлинили и расширили. Ну а после войны гражданская авиация по всей стране развивается стремительно. Котлас не стал исключением. В аэропорту появляются первые свои Ан-2 и Як-12. Позже появятся и вертолеты Ми-1 и Ми-4. И вот он, 1969-й. В эксплуатацию сдан объект Котлас-2, новый аэропорт. Начинается эпоха расцвета. С введением взлетно-посадочной полосы длиной 1000 метров и шириной 30 метров стало возможным принимать самолеты Ан-24 и реактивные Як-40. Начались полеты из Архангельска через Котлас на Москву, Ленинград и обратно. А далее появление собственного самолета-моторного парка Як-40. Пик развития авиапредприятия 80-е. Александра Колмогорцева называют лучшим из командиров Як-40. Мне посчастливилось отработать в гражданской авиации на различных летных должностях аж целых 37 календарных лет. Начал я свою работу в Котласском авиапредприятии. Значит, с 1 ноября 1972 года. Как водится, сначала вторым пилотом на Ан-2, потом через 2 года стал командиром самолета Ан-2. Потом еще через год с небольшим переучился на самолет Як-40. И с лета 1977 года стал вот на этом красавце. Именно на этом я выполнил свой заключительный полет в своей летной карьере. Из аэропорта города Пензы в московский аэропорт Домодедово. В годы расцвета Котласского авиапредприятия тут выполнялось много регулярных рейсов у нас. В летний период только в Архангельск на самолетах Як-40 ежедневно выполнялось 8 рейсов. Я знаю, что к 91-му году здесь, на территории аэропорта, базировалось 40 самолетов и 32 вертолета. Это сколько же людей здесь работало? У нас в объединенном отряде, значит, летное подразделение, летный отряд имел 4 авиаэскадрильи. И одного летного состава только до 250 человек было. Спросите не меня, любого другого, я думаю, 99%, а может и все 100, скажу, что это были лучшие годы жизни. В
Этот ветеран свое уже отлетал еще в 90-е. Его последний заключительный полет на Мурманск и обратно. Многие, кто приезжает в Котлас, да и местные тоже в недоумении спрашивают, зачем, откуда вдруг посреди города стоит Як-40. Он стоит здесь как память о том, что когда-то у этого маленького города были огромные крылья.